18 сентября будут проходить выборы в Государственную Думу. Ну, все. Вы пойдете на выборы? Обязательно. Ну, 18 сентября выборы депутатов. А вы пойдете на выборы? Да, я пойду на выборы. 18 сентября, как я помню, да, 18 сентября будет день выборов, день депутатов, там выбирают депутатов. И как бы я это знаю, что я сама выбираю, на выборы участвую, вот, и я жду, не дождусь, как бы, на выборы. Выборы народа всего нашего, и как выберем, так и будем жить. Ничего не слышал, не могу сказать. А 18 сентября пройдут выборы в Госдуму, и я на них пойду. Да, я пойду, это первые мои выборы, я хочу поучаствовать в жизни государства. Выборы. Что вы знаете о выборах, расскажите поподробнее. Это будут выборы депутатов в Государственную Думу. Надо голосовать. А вы пойдете на... Обязательно. Мы ходим всей семьей. Кому старше 18, кому больше 18 лет, обязательно голосуем.